Всем привет, это канал Красного Герцога, и мы продолжаем бороться с немецко-фашистскими захватчиками с игрой «Партизаны» 1941. Ну и прежде чем мы начнем, хотел бы пригласить вас в группу ВКонтакте «Лига выдающихся летсплейщиков». Ссылка на группу будет в описании. Группа объединяет начинающих летсплейщиков и их зрителей. Новости игр индустрии, записи прохождения игр, как популярных, так и нишевых, последние новинки и нестареющая классика, на любой вкус и цвет. Приходите к нам, у нас интересно. Ну и, конечно, печеньки. Также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо! Так, ну мы вернулись с задания, у нас восьмой день, и давайте послушаем, о чем они поговорят. Ну что, посмотрели, как нам под немцем живется? Да, посмотрели. И постоять за себя мы не можем. Одни старики, бабы до силы-то остались. Кое-кто пытался сопротивляться, но тут командир нужен. С опытом. Вроде вас. Не нужно меня уговаривать. Я уже принял решение. Мы остаемся. Ура! Ну что мы можем вдвоем, капитан? Тут армия отступила, а мы капля в море. Я уже Саньку объяснял, а ты меня, видно, не слушал. Большое начинается с малого. Будем убивать офицеров, сжечь склады, вести агитацию. Поднимем народ на борьбу. Людей у нас пока мало, да и эти гады зашевелились. Придется переждать пару дней. Как облава закончится, займемся формированием боевого отряда. А сейчас отдыхайте. У капитана был выбор. Попытаться перейти линию фронта и вернуться к своим, или остаться в немецком тылу партизанить. Зорин выбрал второе. Теперь новоявленным партизанам предстояло обжиться на базе, а после найти добровольцев, готовых присоединиться к ним в неравной борьбе с оккупантами. Первым делом требовалось сформировать боеспособный отряд. Итак, значит, скоро мы таки начнем формировать боеспособный отряд. Это хорошо, я давно этого жду, потому что втроем, конечно, много не навоюешь. Так, и что мы можем сделать? Можем сделать у нас либо пойти по точкам, да, либо заняться стройкой. Нам все еще надо построить мастерскую. Так, а что это у нас за значок? Вот опять же, да, вот что это за значок? Висит на нашем капитане. Хрен его знает. Кстати, можно крупнее сделать масштаб. Так. Зайти я в них не могу, да? Не могу. А, может, через склад? Ну, опять же, хрен поймешь. Что-то есть, а что? А зачем, кстати говоря, надо барахлишко перета... Пири это самое, короче. Так, стимулятор дайте Саньке дадим. Так, у меня тут все патроны, понимаешь, кончились. Это у нас сюда. Бутылки у нас пусть будут здесь. У нас сюда. Да, и у нас теперь есть винтовка Мосина же. У нас же есть Мосинка и куча патронов к ней. Я вот еще что думаю, да, не лечиться все-таки пока. Так, давайте выкинем пока. И посмотрим, что нам, собственно, лучше. 30-45, дистанция 18. Эффективная. Куда? А у Санька Маузер 30-45, дистанция 18. То есть похрен. Что Маузер, что Мосинка примерно одинаково расстояние, да?
Скорострельность 18, вероятность крита 10. Скорострельность 21, вероятность крита 5. Так. Трудный выбор, трудный. Без пол-литра не разберешься. Патронов хватает и тех, в общем-то. Так. Стимулятор сюда. Три бутылки максимум. Ну ладно. Так. Нахрен мне все эти бутылки в таких количествах. Лучше вот сумочку возьми. Так. 5 из 29. Нужна ли она? Так, еще раз. У меня у Санька на автоматы вообще никак, да? Ружья. Зато у этого товарища, у Фетисова, наоборот, на автоматы. То есть, Саньке надо ружье без автомата. Автомат ему, в принципе, пока ни к чему, да? Поэтому давайте мы... Можно как-то это разрядить? Да, можно разрядить. Автомат сюда. Патроны Фетисову. В руки Саньки Финку. Фетисов у нас автомат. Ну и да, пусть будет. Хотя Люгер, блин, зараза, тоже те же патроны требует. Давайте, наверное, тоже ему финочку дадим. Разрядить. Пистольки пока выкинем. Вот так. То есть у нас у всех будет оружие ближнего боя и оружие дальнего боя. Ну тут, блин, может, я думаю, может, пистолет ему сменить тоже на ружье. Тем более он может его себе прокачать. Правда, у меня пистолет уже прокачан. Значительное увеличение. Значительное сокращение времени перезарядки. И финкой он так классно орудует. Во, увеличение количества ножей, которые можно метнуть во врага. Вот это хорошо. Да, наверное, погодим пока. Оставим с пистолетом. Хотя, конечно, пистолет то еще оружие. Такое себе. Такое себе. Вот я, опять же, ну что этот знак означает? Что? 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 Кто мне скажет? Что надо лечиться? Почему нет нормального отображения? Ну давайте, блин, поставим его на лечение. Предположим, что это травма какая-то. Тогда оперативное реагирование. Ответ на наши действия. В одной из деревень фашисты устраивают акцию устрашения. Мы можем отправиться туда и помешать им. Либо по просеке едет телега, полезая, везут коменданту продуктовый налог, собранный жителями деревни. Охрана слабая. Ну, здесь, в принципе, один черт, да? Патроны. Здесь граната. 45. Да. Это не наш вариант. Вот вообще. Да, не получится у нас пока походить на операции. Придется тогда Фетисов строить будет дом. А почему? Что, один не может? Что, обязательно втроем надо, что ли? Вот ее. Ну, так неинтересно, ребят. Ладно, тогда у нас это... Тогда у нас... За ресурсами. Фетисова на рыбалку. Санька грибочки собирать. Вариантов нет. Поехали. Так. Что у нас? Лечение. Да, лечение успешно завершено. Ну да, травма какая-то была, что-то там с рукой. Клёв был отличный. С
собирательства нашли целое лукошко грибов, слухи с фронта. Фашисты блокировали Севастополь и главную базу Черноморского флота. Город героически обороняется. Ну, о чем они там опять говорят? Ну что, какие новости? А какие они могут быть? Вчера вот в Заборовке партизан взяли. Сейчас их допрашивает приехавший офицер. А завтра утром повесят на площади. Не повесят. Мы этого не допустим. Вам в деревне нельзя. Уж не знаю, что там староста наплел офицеру, но тот привез с собой целую армию. Дочекайтесь, пока облава закончится, иначе сами в петлю уходите. Типун вам на язык, Василий Гаврилович. Похоже, действительно лучше подождать до утра. Да, значит, следующая миссия у нас будет по извлечению, так сказать, из плена наших соседей, этих, как они называются-то, господи, товарищи по оружию. Так, налет. В соседней деревне расположился немецкий гарнизон. Сейчас там начислена, так, малочисленная группа врагов, их можно еще и жачок взять. Не надо мне. Будни оккупации. Дядя Федор за холмом, картофельная грядка. Советская власть скрывалась, теперь немцы пересиживают. Попросим поделиться. Так, за Ксада. По дороге несколько дней колонны грузовиков сопровождаемые с кортом из мотоциклов. Надо грамотно спланировать нападение. Ну-ка. Не. Ладно, давайте тогда уж лучше мастерскую построим. Наконец-то. Раз уж ее можно строить только втроем. Так, и да, я посмотрел предыдущее видео, да, и в конце, то есть это не моих бойцов никто не убивал, это их гранатой накрыло. И я тут, честно говоря, в офиге полном, потому что расстояние там было весьма приличное. Что это за граната такая, блин? Ракетный удар целый, а не граната. Ну, так что с гранатами придется, блин, поосторожнее, что-то они как-то... Как-то что-то они не то. Хреначат. Слишком сильно. А, вот. Так, у нас новый день, день задания. Давайте посмотрим, что можно сделать в мастерской. Ага, можно сделать медицинскую сумку. А, 40. Ага, 40 этих припасов требуется. Так. Для гранаты. То есть тупо из припасов, да? То есть ресурс один. И дальше идут различные продукции. Мина, граната, обезболивающие, понятно. Можно всякое разное делать, да? Ага. Кустарная мина. Ну, у меня есть обычная мина. Ну, в смысле, не кустарная. Так что это. И здесь, соответственно, у нас казнь, да? Так. Ну, давайте поговорим. Сегодня в Заборовке собираются казнить партизан. Мы должны пробраться туда и спасти наших. Санек, ты там кого-нибудь знаешь? Конечно. У меня там бабка жила. А что, хотите, чтобы я пошел с вами? Если нас с Николаем заметят, то сразу поднимут тревогу. А ты местный. Можешь ходить везде и не вызовешь подозрений. Что скажешь? Не побоишься? Пойдешь? Если надо, пойду. Ну и, собственно, отправляемся на... А, ну тут нам про то, что мы выполнили мастерскую, да, понятно. Отправляемся на задание. Казнь. Казнят партизан, должны отправиться туда и спасти наших. Это может оказаться непростым делом. По словам Василия Гавриловича, вчера в деревне проводилась облава, и немцы все еще там. Ну, поехали. Сейчас у нас опять будет экипировка, да? Да. С громким звуком. Так, пистолет, автомат, ружье. Что еще можно выдать? Бутылка для пошумим. Патроны к Мосинке, ну, пока нам не нужны. Гранатов не осталось, кстати. Можно вот так сделать и упорядочить это дело. Гранат у нас не осталось. Есть сумка одна. Две мины, кстати. Ну ладно, что делать-то? Делать-то что? Делать-то нечего.
Казнь начнется меньше, чем через полчаса. Деревня большая, поэтому будем держаться дороги как ориентира. Немцы еще не уехали. Видимо, ожидают, что пленных могут попытаться отбить. Если мы себя обнаружим, их сразу казнят, поэтому до площади нужно дойти незамеченными. Понял, Фетисов? Чтобы ни единого выстрела, пока не будем на месте. Понял, товарищ капитан. Потерплю. А с дверью как быть? Она заперта, хода нет. А вокруг полицаев, как муравьев. Здесь живет баба Марья. Она нас пропустит. Я как-нибудь замаскируюсь и попрошу у нее ключ. Только не делай ничего подозрительного, чтобы фашисты тебя не раскрыли. Так, ну, раз ни единого выстрела, значит, финки нам более чем к месту. Давайте сразу перезарядимся. Вот, и, соответственно, меняем орудие убийства на финки. Чтобы дети в прятки играть. В рукопашечку пойдем. А Санек включает свой маскировочный талант и идет мимо. Типа не при делах весь из себя такой пацанчик. Тикс. Итак. Бабка Мария, дай нам ключ. Марья Филипповна, дайте, пожалуйста, ключ от задней двери. Очень нужно. Батюшки святы, Санек, раз нужно, возьми в сундуке в доме. Партизаны заняты, да, я не могу сохраниться в этом режиме же. Прокрадусь потихоньку. Куда ты прокрадешься потихоньку? Ну и чё, блин, за хрень? Так, сундук. А вот и ключ. Ик. Открываем. Все, выключаем эту дурь. Командир. Заходим. Всем кагалам, да? Так, а теперь нам надо этих троих как-то уконтрапупить. Подожди, давай-ка выйдем. Я надеюсь... Нет, он не хочет больше сюда заходить. Прям. А, нет, заходит. Да выйди, ну! Прокрадусь потихоньку. Вот. Не подведи. Положи. Отлично. Так. А это мое. И опять у нас миссия получается стелсовская. Так, как бы тебя отвлечь-то, а? Или ты не полицай? А, ты не полицай. Отлично. Так. Дурацкая дверь. Будем выходить по одному. Но опять же, у нас товарищ Фетисов основную будет играть роль. Убивашки. Всех и каждого. Да ну, опять я не туда ткнул. Ну ладно, вроде прокатило. Вроде прокатило. Так, заберите тело. Давайте вот сюда, наверное. Так, и давайте смотрим дальше, да? Брось бяку. Как бы нам лучше туда просочиться? Они предлагают мне держаться дороги, но тут, блин, полицаев ну очень много, тихо не получится. И вообще дорога, ну ее нафиг. Я предлагаю все-таки пойти здесь, левее. В надежде, что с этой стороны зайти удастся потише, да? Нам надо... Куда нам надо-то? Где место-то? Ой, где у нас карта? Вот, ага. То есть сейчас вот так вот на эту дорогу, да? Или вообще вот здесь вот как-то вот так вот. Давайте мы Санька пустим вперед. Не заподозрим. Так, а здесь еще нет прохода, что ли? Да, походу там нет прохода. Прокрадусь потихоньку.
А наши товарищи, вот интересно, можно ли здесь как-то в группу их выделять? Надо посмотреть будет. Я все забываю посмотреть управление, но... Че, партизаны, слабо? Вот они, мы здесь. Ничего нам не слабо. А? Так, Санюк у нас в разведке. Тихо. А? А где ты? Ты че ходишь кругами, я понять не могу. Ну че опять тупить-то начинает этот долбанный интеллект? Сказано же, блин, ну чё, и чего? Куда ты пошел, блин, тупень? Только бы не заметили. Чё ты встал? Ты бревно обойти не можешь? Это чё вообще есть-то? Кто мне объяснит, что за хрень происходит? Господи, это типа у нас овраг. Это у нас типа овраг. То есть здесь нам не пройти. Какая прелесть. Черт. И здесь нам не пройти, да? То есть нам не то, чтобы предлагать держаться, да, дороги. У нас как бы вроде как и выбора-то нет. То есть здесь мы пройти просто-напросто не можем. Ну, может, вот здесь как-то. С этой стороны, да? Хорошо, давайте попробуем обойти с этой стороны. Тихо. Как в прятки играть? Так, это надо пропустить. Гав, хренав, уйди отсюда нафиг. Потом быстрым рывком. Вот. Не подведи. Чпок. Сколько ж можно? Не шуметь. Ну. И в кусты. Чтобы дети в прятки играть. А? Нет, бутылки нам без надобности. Берет. Бросаем, финочку забираем. Это мое. Поручите мне что-нибудь. Только бы не заметили. Здесь враг. Так, еще у нас ограниченное время, не стоит об этом забывать. Так, минус еще тело. Спасибо, что подержал. Слушаю. Так, ну нам надо как-то вот в эти ворота выйти, потому что по-другому, ну, здесь ничего не получается. А эти ребята нам изрядно малину портят. Здесь враг. Ну, вот, может быть, сейчас только. Вот как-то так. Сейчас уложу. Ага. Минус еще один. Это хорошо. Это мне еще пригодится. Глядеть в оба. Здесь враг. Так, а ты вообще куда смотришь? Ты им туда смотришь, да? А, показалось. Очень какой-то странной позиции. Показалось тебе, показалось, чувак, да.
Вот. Минус еще один. А это мое. Так, если нам сейчас опять объявят. Нет, можно взять. Газетная вырезка. Гитлерские изверги совершают все новые злодеяния. После неудачной попытки форсировать реку Е, фашисты согнали из ближайших деревень 50 женщин и детей. Мерзавцы посадили их в лодки и, укрываясь за ними, попытались переправиться на другой берег. 10 сентября в районе деревни Рядчина советский санитарный самолет с находившимся на борту тяжело раненым красноармейцем Балмагамбетовым и младшим политруком Яковом, Пахомовым, были атакованы 4 мессершмиттами. Несмотря на то, что фюзеляж санитарного самолета нес на себе Красный Крест, немецкие истребители обстреляли его, в результате чего самолет загорелся. Пилоту с трудом удалось посадить подбитую машину и вытащить раненых. При этом фашисты продолжали вести обстрел с бреющего полета. Товарищ Балмагамбетов был убит, товарищ Пахомов получил ранение в голову. В деревне Коломенец гитлеровцы заперли в сарае старика-крестьянина Антипа Уварова и 5 детей. Неделю держали их без пищи и воды, потом сожгли заживо. Так. Спокойно. Нужны мне бутылки, мне нужно что-то более весомое. Так, а здесь я могу? Что же они со с дверями-то так плохо контактируют? Хочу быть полезным. Это кража. Кража нам не надо. Этих двоих я, наверное, не грохну, получается. Да, они там двое сидят. Так, ладно, Санюк, давай сюда. Прокрадусь потихоньку. Тащи Тисов, у нас пойдет опять кидать финку. Эк, стоп. Не сейчас. Вот сейчас. Лови, гад. Сколько ж можно? Все, сколько ж можно? Столько, сколько нужно. Какие-то варианты разве есть? Давай. Быстрей. Так, у нас 13 минут осталось. Брось бяку. Забери финку. Спасибо, что поддержал. Забери сумку. Сумку. Опыт разведки и пригодится. Так. А как теперь выйти? Не торопимся. Втихаря, пока как он отойдет. А эти двое смотрят типа в другие стороны, да? Вот сюда. Вообще без палева. Так, теперь, наверное, на ту сторону, потому что здесь все елки-елки, особо не прокрадешься. Так, вообще, Санька, мы это, я шик, смогу. И пошел. Давай сразу дуй к площади. А я эти два орла. В разведке. Тогда потом пойдут туда. Чё, ухожу, народ. Все, нельзя, значит нельзя. Я тут типа мимо гуляю. Мне тут это... В кустике надо. Так. Опять же, без палева переходим дорогу. Прокрадусь потихоньку. Так. Ага. Ну-ка. Тише, шаг. Тише, громче. Какая разница? Опять по кустам. Спокойно. Прокрадусь. Так. Свистеть. Надеюсь, не заподозрит. Куда дальше? Только бы не заметили. Я что-то слышу. Ничего ты не слышал. Спокойно.
лови, гад. Нет, 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 не, не успею. Ой. 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 Это мне еще без палева. Без палева. Прокрадусь. Оттащите ее в кусты поглубже. Вот так. Так, 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 так. Ну-ка, а ты сможешь? Тихо так и незаметно, насвистывая. Не торопимся. Я справлюсь. Да, может. Сейчас уложу. Чудненько. Еще минус один. Хочу тише быть шаг полезным. Слушаю. Так. Спасибо, что подержал. Да. Забираем все. Особо ценное. Так, и теперь вот здесь надо аккуратненько перебежать. Здесь враг. Оп. Отлично. Чтобы дети в прятки играть. Мы не дети, дети не мы. Осторожно. Так, ну можно было бы, конечно. Партизаны долбанные. Вы куда, блин? Без палева вообще ходят, да? Так. Нужно чего собрать? Все, мы дошли за отведенное время. Это эти хорошо. Люди были задержаны в нашей деревне. При задержании они оказали сопротивление и застрелили 5 полицейских. Они называют себя партизанами и заявляют, что сражаются с врагами народа. Но на самом деле они сами являются таковыми. Пока такие, как они, нарушают порядок, власти вынуждены идти на суровые меры. Он лжет. Фашисты и предатели вроде него, вот кто враги. Сейчас их повесят. За мной. Так, ну чё, непосредственно операция за минуту, Опять на пустоте. Вот поэтому меня не брали в разведку. Я справлюсь. Так. Прокатусь потихоньку. Вот. Ой, черт! Надо меньше пить. Ой, черт! Можно расслабиться. Так. Меняем, во-первых, оружие у всех. У меня меньше минуты. Так. Не торопимся. Сюда. Два. Началась, не успели. Так, двоечка. Сюда. Троечка сюда. Отлично. Сюда. Сюда. Двоечка сюда. Так, Санька опять подстрелили, да, немножко? Черт, а ты Санька, что ли, взялся поднимать?
Отлично, все. Ой, так, запустились. Скорее, задержите старосту, а то он сбежит. Ваш товарищ ранен. Оставайтесь с ним, а мы разберемся с предателем. Два бойца и мальчишка? Он соберет полицаев со всей деревни, и вам не удастся застать их врасплох. С Кулагином пусть побудет кто-то из местных. Согласен. Такая сиделка и в кошмарном сне не приснится. Что ж, хорошо. Но смотрите, не нарвитесь на пулю. Как вас зовут? Красноармеец Белозерова. Идемте, прикончим предателя. Он туда побежал! Ой, что-то далеко он убежал. Ой, как далеко убежал. Так, и теперь нам надо гнаться за старостой, да, я так понимаю? Так, у нас новый персонаж. Давайте мы апнем уровень. Что она у нас может? Она у нас автомат, пистолет, тихий шаг, быстрые руки. Значительное сокращение времени перезарядки. Быстро бегает. И выносливая. Военная подготовка. Пистолеты, пулеметы. Или пистолеты. Но мне-то, в принципе, ни хрена сейчас ей дать в руки нечего. Потому что у всех только финочки, да? Ну давайте у меня тут хоть финку и дадим. Будет с режиком бегать. Так. Навыки, че и качнуть. Ну давайте, наверное, тоже автоматы. Открыть. Выносливость. Спринтер. Рукопашный ближний бой. Защита. Время перезарядки. Давайте тоже время перезарядки. Для автоматов это критично. Так, Санёк у нас подлечился. Что у нас тут по сумкам? Ну-ка ты у нас его вот и пошарься. Найти старосту. Ну, хоть ограничений по времени уже нет. Правда, оружия тут тоже нет, к сожалению. А действительно быстро бегает. О, пистолет. Ну, хотя бы пистолет. Хотя бы пистолетен. Есть? Есть патроны под него. Хорошо. Так, ладно. Сохраняемся, двинули дальше. Значит, нам надо, во-первых, подойти к знаку вопроса. Мне интересно, что он тут нам хочет сказать. Осторожно. Так. Тревога и сирены. Противник может вызвать подкрепление с помощью специальной сигнализации. Постарайтесь опередить его. Кроме того, на карте могут быть установлены сирены, поднимающие тревогу в большом радиусе. Поднимет тревогу. Не надо поднимать тревогу. В окно палит, зараза. Вы гляньте. Куда? 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 Все сидим в одних кустах. В одних, говорю. Нет? Ну, никак они не могут в одних кустах. Ладно, товарищ Зорин. Берем финку, пошли. Как же вы не можете-то нормально встать-то? Всем кагалам. Ага. Не подведи. С этим все. Отлично. Не дошло. Шум. Шум не дошел. Это хорошо. Торопимся. И опять бутылки. Сейф. Сейф. В нем спокойно. Могут быть важные секретные документы. Могут, но не было. Ты что делаешь опять, а? Тебя не забудет. Положил. Вот почему она опять не сработала нормально. А чё он тревогу-то поднимет? Не подведи. С этим всё. Тихо. Это моё. У нас есть работа.
Здорово, что у нас есть работа. Но еще нам надо бы как-то отсюда выйти. О, автомат, Гамор. Дамочке нужен автомат. Весь мешок переполнен. Так, здесь прохода нет. Здесь выхода тоже нет. Блин, тратить время. Ладно. Так, продолжаем движение. Снова включаем Санька. Включаем. Я смогу. Прокрадусь потихоньку. Валенка. Аккуратненько. Весь такой в кровище. Незаметный. Идет сюда. К солдатикам поближе. И спускает на них бревнышки. Минус 3 фрица разом. Люблю я это дело. Да чего же оно прикольное. Ну и чё, а ты собирать в этом режиме не можешь, что ли? Прокрадусь потихоньку. Я тут не при делах. А чё? Пристрелил, гада. Опять по кустам. Вот тебе. Нормальный ход. То есть они агрятся. Если видит тут вот такой вот беспредел. Так, ключи. Иногда он будет попадаться запертые двери, которые открываются только определенным ключом. Нам они уже не раз попадались, и спасибо вам огромное за то, что вы сообщили мне об этом так вовремя. Так, а чё? Чё не берём-то? То есть тело мы вытащить из-под досок можем, а сумки пошарить нет, да? Что мне делать? Ну, наконец-то. Всё, взяли. Слушаю. Все сюда. Вот сюда. Сделаем то, мадемуазель, шаряни здесь. Сделаем то, зачем опять грабим народ. Народ мы не грабим. У нас есть работа. А вот и склад, который можно вскрыть ключом единственным, да? И шумим, бомбим. А? Вот что опять делается, а? Как меня это раздражает, а? Что мне делать? Кто бы знал. Поручите мне что-нибудь. Что-нибудь тебе поручите. Лишь бы поручите. Зайди, блин. Ой, тупень. Ой, тупень, блин. Ну как можно-то так, а? Криво делать все. Долг зовет. ППШ, отлично. Я не завожу служебных романов. Куда прости. Пошла, господи. Гранаты, кстати говоря, ручные. Пока не развернешь как надо, ни хрена не получается сделать. Это так неудобно, что прям вот несказанно. Так, как бы снять этого товарища, только точнее, который нам не товарищ, только как бы понезаметнее. Ага. Вот оно что. То есть вот этот тут подходил, а я его и не заметил. Ну-ка, товарищ Зорин, выдвигайся на позицию. Подбери, оттащи. А вы типа ни хрена не видели. Покажем. Да ну ёб твою мать. Класс. Или нет? Опять кровь застирывать. Так, ранение это, конечно, плохо.
новенький. Щипер. Ничего. Будь осторожнее. Мертвый командир. Плохой командир. Товарищ командир, а что ж ты тормозишь-то, а? Я тебе нажимаю, чего? Икс, а ты что? Может, в атаку? И ничего мне не больно. Сделаем то, зачем пришли. Ничего, справимся. Здесь. Опять же, почему подходит только один, а? Когда сказано подойти всем. Ну как так-то, здесь. А? Надо быть осторожнее. Готов. Ничего, справимся. Так, хавчик. Куда вы опять пошли все? А? Надо быть осторожным. Ой, господи. Куда ты пошел? Ну куда? Готов. Так, ладно. Дальше мы уже почти пришли к этой долбанной старостиной домине. У меня командир подраненный. Здесь у нас забор. Прохода нет, да? Не шуметь. Сюда бегом, 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 бегом. Так. Нет, я не могу полечиться. Видимо, зеленый считается нормально. Так, перезарядка, 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 перезарядка. Спокойно. Так, этот товарищ у нас сейчас выйдет, и нас... Точнее, их станет меньше резко, да? Сиди здесь. Надеюсь, Санек... не засекут. Санек у нас здесь может через забор сигануть. Прокрадусь. Через высокий. Угу. Только Санек тут и перелезет. Надо быть осторожной. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Надо меньше пить. А чё нету-то? Я не забрал, что ли? Я финку не забрал. Мне казалось, забрал. Представляете, финку я забрал. Он не может из-за травмы кидать. Из-за травмы он не может кидать. Так, информация. Позволяет купировать травму и не обращать внимания на боль. Почему я не могу использовать? Почему я не могу ничего использовать? Такая травма? Черепно-мозговая. Хорошо, допустим. Стимулятор от нее как раз работает, но я не могу его использовать. Что? Ладно, что? Хорошо, что? Давай так. Давай, подлатаю. Вот. И вот теперь мы можем кинуть финочку. Это классно, кстати, сделано. Мне очень нравится, что они вот так вот решили этот момент. Это мне еще пригодится. Что есть травма, которая блокирует использование, ну, точнее, что травмы блокируют использование создателей. Господи, как это называется? Способности, вот. И пока мы не вылечим, отдыхай. Так, так, кто-то может зайти сюда. Фетисов может от бедра, но у него патронов не хватает, да? Давайте Фетисов через дом пойдет. Будет стрелять одиночными. А хоть бы и через окно. Ну ты зайдешь уже, может? Куда ты пошел? Господи, ну опять начинается. Ну что опять начинается? Ой, господи, ты тупень, туп. Пипец, вот вы это видели, да? Да как так? Да нету тут никого, нету, выдохни, выдохни. В окно они увидали, ишь ты.
Ты чё сюда попёрся? Ты сюда не это. Не ходи, ты туда ходи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Гранатки. Где-то я видел гранатки, да? Дамочка, не у тебя ли они были? Точно, у тебя. Что мы, дети, в порядке играть? Кстати говоря, персонаж далеко, да? У меня гранаток нет. Так. Сюда бы гранату закинуть. Да еще бы момент бы подобрать. Но для этого надо войти. А еще бы я... Ага. А еще бы я... Ну-ка попробуем. Спокойно. Сейчас, товарищ Тисов. Готовы рискнуть. Ты у нас здесь вставай. Еще Тисов попробую здесь просочиться. Надеюсь, тут никого нигде не будет. Если мы пройдем вот здесь и вот сюда подойдем. А нет, мы здесь не подойдем, да? Да, мы здесь не подойдем. Попробуем вот здесь. Нет. Тихо. Не заметили. Нет тут никого. Выдыхай, бобер. Конечно, показалось. Так, здесь этот стоит, зараза. Нужно дождаться, пока он отойдет. Тогда можно будет спокойненько вот этого товарища подрезать. Сейчас у вас. Заходи. Господи, да что ж ты делаешь с этими долбанными дверями, а? Моё. Оп, ружишка. Возьми тело и отнеси его в дальний угол. Брось здесь. Ух ты. Капкан. Как интересно. Я весь мешок переполнен. Ничего нельзя взять. Лови, гад. Еще минус один. Подержал. Я сейчас так чувствую, опять всех перережу втихаря до того, как у нас начнется активная фаза операции. Раз, два, три, четыре осталось, да? Пятый здесь. Ну-ка, давай сюда. Даже вот сюда, я бы сказал. Так, ты у нас в дверях. Чтобы дети в порядке играть. А ты у нас с гранатой, да? Так, нет, ты давай чутка назад сейчас отойдешь, да? Надо. Ну-ка, ты можешь просто дверку открыть? Можешь. Чтобы она открытая была. Оп. Двоечка. Сюда. Черт. Так. Пали по гаду. Так. Убила. Так. Валите. Все. Всех убили. Жаль, собрать все это богатство не смогли. Прошу, пощадите! Я делал только то, что велел комендант! Бермеер отдавал все приказы! Что еще за Бермеер? Это комендант Богачева. Заведует продовольствием. Его еще называют картофельный фюрер. Это он назначает налоги и посылает солдат грабить деревни. Ясно. Его черед тоже придет.
Как поступим с предателем, товарищ капитан? По мне, так надо его пристрелить прямо здесь, и дело с концом. Этого мало. Предлагаю отвезти его на площадь и устроить прилюдную казнь. Как говорится, не рой яму ближнему. Стоит ли ради мести уподобляться врагам? И потом, представляете, как взбесятся немцы? А достанется местным. Вас послушать, так лучше вообще не сражаться. Кое-кто тут уже выступал с такой речью. Прекратить перепалку. По законам военного времени предатель приговаривается к расстрелу. И нечего вокруг него хороводы водить. Я же был осторожен. Прекратить огонь. Вот так, по законам военного времени. Да, все, мы можем тут собирать, отлично. Посмотрим, чем он был богат, наш староста. Гранаткой он был богат, кстати говоря. Ну и, собственно, что у нас? Заданий нет, все, мы можем уходить. Куда только, где у нас выход-то? Нам еще до выхода дойти надо. А, вот здесь, ну, он рядышком. Да, давайте я тогда все это дело прособираю. Интересного, что у нас тут есть. И выйдем тогда в лагерь. Ну и, собственно, закончили. Время на задании 40 минут практически. Убита только половина, один офицер. Ну и сколько-то ресурсов найдено. Но, тем не менее, мы раздобыли целого одного, или, по-моему, даже двух, сейчас уточним, новых соратников. Хорошо, да, двух. Кругом леса да болота. Здесь не то что фашист. Сам черт ногу сломит. Только в лагере пустовато. И быт, я смотрю, не налажен. Готов рассмотреть предложение. До войны я работал завмагом. Черта лысого мог достать. И связи кое-какие у меня есть. Если хотите, я мог бы походить по округе. Попробовать наладить снабжение. Да, налаженное снабжение нам бы и вправду не помешало. Добро, приступайте. Ну вот, договорились. Меня какое-то время не будет. Вернусь денька через три. Капитан, я так и не сказала вам спасибо за то, что спасли нас и казнили предателя. Мне показалось, мое решение вам не понравилось. Вы поступили согласно закону. Меня это более чем устраивает. Ну и вот, собственно, вышли мы в лагерь. Значит, у нас два новых сотрудника. Соратника. Господи, я все время забываю это слово. Один, правда, тут же убежал налаживать снабжение. Ну, хорошо, если так. Опять же, у нас все здоровы. И да, то есть травмы, как вы видели, они отображаются. Хоть и не совсем, без пояснений, жалко, непонятно. Но если мы травму лечим в бою, то потом у нас этих травм нет. Да? Да. А нет, есть, смотри-ка ты. Все равно придется лечить. Лады, вот тогда ладно. Все, я понял. Но лечить надо только травмы в лазарете. То есть просто там порезанную жизнь нам лечить там не обязательно, потому что она в лагере восстанавливается автоматом. Ух ты, да еще и за 10 этих единиц компонентов. Ну ладно. Хорошо. Рельсовая война, трофеи, засада. Сейчас я подумаю, что нам сделать, потому что нам еще нужно бы... Так, ну на кухне у нас нет. Еда из припасов, собранных во время вылазок. А в оружейной можно улучшать оружие. Угу. Ладно. Давайте этим всем мы займемся тогда уже в следующей, наверное, серии. Пойдем на вылазки и так далее. Будем ждать возвращения Кулагина и думать, как нам воевать дальше. Но теперь станет, конечно, гораздо проще. Потому что теперь нас будет пятеро. А на этом на сегодня все. Всем спасибо. И пока. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну и оставьте комментарий по возможности, потому что мне очень важно ваше мнение и конструктивная критика. Спасибо.